Итак, всем привет! Сегодня у нас в обзоре новый ICO проект Minerva. Итак, давайте же разберемся, что такое Minerva, что это за проект, какие технологические особенности он в себе несет и сможет этот проект реально занять свою нишу в этом конкурентном рынке криптовалют. Minerva – это платформа, которая ставит перед собой цель бороться с волатильностью на рынке криптовалют. То есть, благодаря скачкам цен. Благодаря своей методике Proof of Transaction, суть которых описана реально в сложных математических моделях и формулах, которые я так и не в силе смог освоить. Поэтому, детали вы сможете почитать в технической документации проекта, который есть на русском языке. Проект предлагает компаниям пользоваться своими токенами OVL в качестве платежного средства. И обещает не взимать комиссию, а наоборот, платить их за использование своей валюты. Как и система скидок и бонусов. Это можно сравнить где-то вот именно с вот этим. Многие компании боятся вступить на рынок криптовалют, так как спекулятивные сделки и слабо предсказуемый рынок постоянно меняют их цену. И тут мы подходим к цели проекта. Цель проекта Minerva – это не привязывать их внутренний токен OVL к определенной цене, а обеспечивать устойчивое увеличение и снижение цен, тем самым снижая риски и предотвращая кратковременные резкие колебания цен, которые присущи для рынка криптовалют. Сейчас Minerva предоставляет собой токен ERC-20 и контрактную смарт-платформу, построенную на блокчейне Эфириума. Следуя этому стандарту, токены Minerva могут легко переноситься между пользователями и платформами, которые используют внутренние кошельки, а также могут быть плавно интегрированы в биржу. Стоит также отметить, что определенная часть OVL токенов будет удерживаться и выдаваться предприятиям, чтобы служить в качестве вступительных бонусов, подвергнутых алгоритму с медленным выпуском, и распределяться по принципу первый пришел, первый будешь обслужен. С 5% скидкой от бонусного хранилища до того момента, когда хранилище станет почти исчерпанным. А 5% вступительный бонус станет финансово несущественным. Minerva – это первый в мире обратный торговый процессор. Можем посмотреть их видео на сайте, которое, кстати, можно перевести на русский язык. Включив субтитры, чтобы немножко лучше понимать суть данного проекта. В данный момент мы его выключим. Кому будет интересно, посмотрите. Minerva предлагает щедрую систему вознаграждения для компаний, которые принимают ее в качестве оплаты. Когда компания получает внутренние токены OVL, вместе с ним она получает что-то вроде кэшбэка на кредитной карточке. Когда токены Minerva будут получены от своих клиентов, они автоматически ликвидируются. Что именно это дает? Это мгновенная ликвидность через API от соответствующих торговых бирж Minerva. Также это устранение возвратных платежей и обменных комиссионных. Плюс это дополнительная защита интенсивного кратковременного колебания цен. И это обратные транзакционные сборы. Minerva их платит, а не наоборот. Вы платите их Minerva. Система вознаграждения разработана таким образом, что токены входят в экономику по переменным ставкам для обеспечения того, чтобы спрос не вызывал кратковременных резких колебаний цен. Когда клиент оплачивает что-то, используя токен Minerva, компании могут предлагать ему скидки или бонусы, потому что вместо оплаты комиссии за транзакции, компании, работающие с Minerva, вознаграждаются новыми токенами по переменным ставкам, предназначенной для борьбы с инфляцией. Обычные пользователи смогут приобрести Minerva на любой бирже или на рынке, где они продаются, перевести их на свои ERC-20 кошельки, чтобы затем потратить их на интегрированных с Minerva платформах. Также стоит отметить, что Minerva не разглашает имя компании, которая сразу же после выпуска на бирже будет интегрирована в систему Minerva. Это будет сервис потокового вещания с оборотом 20 миллионов долларов и более чем 10 миллионами пользователей. Несомненно,
этот фактор является большим преимуществом для компании. Не до конца понятно, что же это за компания, какой это стратегический партнер, и именно этим проект заинтересовывает своих инвесторов, которые хотят вложиться в этот проект. Конечно же, для того, чтобы получить дополнительную плату, проценты и заработать на этом. Надеюсь, что данный обзор был вам полезен, он вам понравился, вы для себя вынесли что-то новое и интересное по проекту Minerva. И с вами увидимся в дальнейших видео. Всем спасибо и до новых встреч!